Поворот с федеральной трассы в сторону СНТ «Березка» не освещен. В вечернее время движение на этом участке дороги требует от водителей внимания и соблюдения основных правил движения. Водитель автомобиля «Скания», то есть он говорит, что он просто не заметил тот автомобиль, который остановился для поворота. Ну а водитель «Тойота Премия» говорит, что для того, чтобы осуществить какой-то маневр, была очень маленькая дистанция уже до автомобиля «Хонда», и он просто никаких мер не мог предпринять. Авария на этом участке дороги произошла в районе 21:30 вечера. Водитель «Хонда» остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево. В этот момент почувствовал удар сзади. Его вынесло на встречную полосу. Поскольку руль автомобиля был вывернут, машину развернуло, и произошло еще одно столкновение с «Тойотой». Травмы различной степени тяжести получили водители и пассажиры обеих легковушек. Мужчину из «Хонды» доставили в НИИТО, поскольку он получил сложную травму позвоночника. Когда пассажиры все-таки отпустят уже из лечебного учреждения, он закончит лечение, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет уже расцениваться причиненная степень тяжести. Легкий вред здоровью, средний, либо тяжкий вред. Если легкий и средний, то будет составлен протокол, направлен в мировой суд для принятия решения судьей. А если тяжкий вред здоровью, то такой материал передается в следственный отдел межмуниципального отдела. За последние пару недель это вторая авария, которая происходит в темное время суток на перекрестке. В прошлый раз серьезные травмы получил предполагаемый виновник аварии – водитель «Логана». Вероятной причиной обоих происшествий стало нарушение скоростного режима и несоблюдение безопасной дистанции.